Театрализованное представление привезли в Люберцы участники шоу «Ледниковый период». На ледовой арене нового катка в парке «Наташинские пруды» выступили звезды российского фигурного катания. Мероприятие прошло в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Около 6 тысяч человек пришли в парк, чтобы увидеть сказочное представление. Для удобства жителей на Наташинских прудах установили мониторы с прямой трансляцией шоу. Поприветствовал участников ледникового периода и всех зрителей глава округа Владимир Ружицкий. Добрый вечер всем, кто сегодня собрался здесь, у нас на катке. Я думаю, после вот такого увиденного сегодня, многие мальчишки и девчонки пойдут купят коньки и будут заниматься спортом. Кто-то хоккеем, кто-то фигурным катанием. Под аплодисменты зрителей Владимир Ружицкий поздравил продюсера шоу, заслуженного мастера спорта России Илью Авербуха, с наступившим днем рождения. Телеканал ЛРТ присоединился к многочисленным поздравлениям прославленного фигуриста. Театрализованное представление прошло на всепогодном катке. Искусственный лед позволяет здесь кататься даже при плюсовой температуре. Помимо многофункциональных комплексов, строятся и восстанавливаются вот такие уличные коробки. А ведь, по сути, это начало спортивного пути под названием физкультура, а потом, возможно, и спорт высоких достижений. Те, кто попробует фигурное катание вот на этой площадке, здесь у вас, возможно, станет чемпионом. Театрализованное представление длилось 45 минут и не оставило никого равнодушным. Зрители восторженно встречали участников ледникового периода. Потрясающий прием. Вообще, проект «Зима в Подмосковье», в котором выступаем мы, вот уже восьмой город, он прям объединяет всех жителей Подмосковья, делает их единым. И даже не представлял, что настолько искренне, настолько по-доброму будут принимать нас в городах Подмосковья. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.